будто занедужил. Слышу голос за спиной: ну скажи, кому ты нужен, кроме матери родной? Кто поймет и не осудит лист почтовый теребя? Кто печаль твою остудит, кто поплачет за тебя? Но если нет спасения, жизнь как жуткое кино, под кладбищенской сиренью твоя матушка давно. Если дом твой перестужен, если окна без огней, ну скажи, кому ты нужен, кроме родины своей? Горячие ладони — это родина и мать. Потому опять и снова, словно вены на руке, два заветных этих слова рядом в русском языке пусть мелькают, завлекая чужие дальние края, там, где мать твоя родная, там и родина. Там, где мать твоя родная, там и родина твоя.